Как побороть страх перед тем, что пригласил человека в компанию, а он не получил пользы? И ты как будто бы его обманул. И ты как будто бы его обманул. Прежде всего, очень важно разговаривать с человеком честно. Не надо вовлекать человека в компанию. Не надо всех сюда заводить, так буду говорить. Человек должен понять продукт, его пользу. И после этого нужно сказать: дорогой мой, смотри, я этим пользуюсь. Это приносит мне большую пользу и доход. Разберись, если ты примешь решение войти сюда, то уже ответственность за это решение будет на тебе. И если ты разочаруешься по какой-то причине, это уже будет твоим опытом. Как говорил Марк Твен, когда я вообще очень люблю клубнику со сливками. Это цитата, говорил Марк Твен. Но когда я иду на рыбалку, я беру с собой червей, а не клубнику со сливками, потому что рыба любит червей. Человек не рыба, но в то же время у каждого есть свои вкусовые, эмоциональные и духовные пристрастия. Проговаривайте каждый раз в случае регистрации человека о том, что это выбор человека и что он потом несет 100% ответственность за то, что он приобрел, и никаких здесь претензий уже не принимается. Я проходил это множество раз, и поэтому я не испытываю состояние, что я его обманул. Рекомендую пользоваться этой практикой. Еще раз.